Радости Багдагуль Раисовой нет границ. Много лет она мечтала о собственном доме. И сегодня у нее на руках документы от дома, расположенного в поселке Зачаганск. Сегодня женщина не устает повторять слова благодарности. Кооператив граждан «Свой дом КЗ» открывает перед казахстанцами, мечтающими о собственном жилье, новые возможности. Я очень рада. Все документы на покупку дома оформлены нотариально. До этого мне с детьми приходилось жить на съемных квартирах. Я поверила кооперативу граждан «Свой дом КИЗ» и не прогадала. Сейчас у меня 4-комнатный дом с участком. Нужно верить в свою мечту и доверять жилищные накопления профессионалам. Жилищный вопрос для многих сегодня является настоящей головной болью. Однако потребительский кооператив граждан «Свой дом КИЗ» предлагает альтернативные ипотеки-способы. Участником программы «Свой дом» может стать любой казахстанец. Нулевая процентная ставка, без подтверждения доходов, кредитная история не рассматривается. Требуется лишь удостоверение личности, адресная справка, а также оплата паевого взноса. «Свой дом КИЗ» кооператива баспана. Сейчас мы презентуем новую программу «Асыл Ана». Она помогает многодетным семьям улучшить свои жилищные условия. Стоимость приобретаемого жилья не должна превышать 6 миллионов тенге. Вступительный взнос составляет 30 тысяч тенге. Ежемесячный взнос также 30 тысяч тенге. Срок ожидания от 18 до 36 месяцев. Благодаря потребительскому кооперативу «Свой дом КИЗ» 230 казахстанцев уже стали обладателями жилья.